бла-бла-бла, туда-сюда. Типа, короче, будем сейчас слушать новый трек Гриши Луис Дио. Молодой, перспективный, уже 18-летний пацан, мой хороший товарищ, типа, сделал трекан, делает пиздатый музон для тех, кто забежал из подписчиков этого канала посмотреть, что за молодой Next Up. Еще один, которого я хочу вам подсветить. Советую вам с этим пацаном ознакомиться. Это фиток с артистом Гроузен. Я не знаю, кто такой артист Гроузен, пиздеть не буду. Вроде как видел сниппет у Гриши с этим треканом. Его, этот трекан, судя по всему, поддержали еще хорошо площадки. Music and Sax. Тут есть живой саксофон. Вроде как еще гитары, говорили, какие-то живые есть. Давайте посмотрим. Вот тут есть отсылка на Coldplay. Давайте сниппет. Вы вообще как-нибудь видели стримы Coldplay? Стримы Coldplay, имеется в виду музыкальные стримы или Twitch? До сих пор мне кажется, что в России не хватает такой музыки. Попробуем это исправить. Для этой песни мы записали гитару, поработали с живым саксофонистом, сделали отличный хук и два куплета с интимным вокалом. Послушайте, что получилось, и ищите на всех площадках с 1 марта. Сделаем вид, что мы незнакомы. Привет, мое имя Григорий, а ты... А ты такая скромная на вид. Сделаю все возможное. Вы вообще видели стримы Coldplay? Что-то меня с привет, меня зовут Григорию. Что-то сильно разъебало. Обложка от Вани Репина. Илюхи, извиняюсь. Давайте он меня сейчас нахуй еще притянет. Я просто еще отдельно друг Вани Репин. Ладно, let's go. Звучит пиздато. Сакс хорошо ложится. Не сплайс, блядь. Бля, красиво, пизда. Ой, красота. Прям охуенно. Прикасаться, да, ты вроде милая девочка, но мне нужно потеряться. Прям молодец, малой, прям. Очень надеюсь на понимание. Тебе пора, собирайся. Ты мне не нравишься. Разбивается апатия. Да, молодец, молодец, малой. Чуть мудотная для меня такая музыка, потому что она очень ровная, но в целом она супер атмосферная. Охуенная работа с саундом.
типа, визуально и исполнительски. Для меня этот трек, типа, идеально сросся. Исполнение хорошее, прям хорошее. Припев немного не мой, типа, чисто по тембральному окрасу. Но именно куплеты Гриши мне зашли. И в целом, типа, бля, Гришаня на самом деле может прям в суперхорошую, дорогую, качественную коммерческую музыку. Не знаю, насколько, типа, у него вообще срастется с русским слушателем. Он уже довольно давно рубит вот эту вот, типа, дорогу к своему слушателю, который, типа, ну, не совсем тупой, и он не любит классические попсовые бенгеры, которые любят слушать у нас в стране, а вот долбится куда-то в западный уровень звучания и качества музыки. Я лично от себя желаю ему только, как бы, удачи и побольше мотивации, не опуская руки, типа, хуярить дальше, гнуть свою линию, потому что когда-нибудь это все-таки ебанет. Я в этом уверен. Будем надеяться, что у этого пацана все будет хорошо, а для вас вот, собственно, будет такое маленькое открытие очень такого талантливого молодого пацана. Вот. Такая вот тема, ребята. Цените Гришу Луис Диво на всех цифровых площадках. Скину вам сейчас ссылочку. Кайфаните. Вот такая тема. Все, Гриша, 500 рублей отработаны. Давай.